Итак, ребята, всем привет. В общем, за кадром я взял третью крепость, или вторую, да, вторую я взял, где у нас лагерь находится этих темных эльфов. Ой, нет, не то сохранение, это я загружаю, где я ее уже взял. Я хотел несколько другое перед этим показать. Именно там интересный момент взятия этой крепости. Ну, он не столько интересный, сколько, скажем так, для полноты сюжета. Как только мы туда заходим, я там уже, как видите, здесь почти всех уничтожил. Вот, потом мы следующее сохранение загрузим, где я уже отстроился немного. Ну, как я просто где раскидал людей там на вот эти все каменоломни, там начал добычу ресурсов. Вот, то есть как только они здесь всех убивают... Так, эту мы я уже захватил. Ага, здесь постепенно начинается производство. Ага, вот. Все, мы всех победили. Всех, всех. Я думаю, я рассчитался с долгами на всю жизнь, воин Рун. Нам пора прощаться. Меня ждет Фастхольм. Вот, и мистер Гномик уходит. Собственно, вот на этом как бы его пребывание в нашей команде и заканчивается. И мы можем уже перейти к следующему сохранению. Вот, где я как минимум построил всех рабочих. Дальше сложность следующая. Там на нас наступает крайне много скелетов, с которыми нужно что-то делать. А вот что с ними делать, это уже отдельный вопрос. Так, у меня только не занят... У меня только рудник не занят, а все остальные здания я уже напихал кучу народа. Так. И нам нужно плотненько здесь все застроить. Потому что как только мы рыпнемся туда, на нас тоже пойдет вообще какая-то нереальная гора скелетов, и от них нужно будет отбиваться. Я уже пробовал это делать, и, к сожалению, попытки что-то не увенчались успехом. Ну, сейчас мы попробуем сделать это снова. Будем весьма аккуратно строиться. Начнем с этой постройки. Если строить уже здесь, они нас увидят. Вот один здесь стоит, он нас палит уже откуда-нибудь отсюда, и они начинают очень люто нас прессовать. И ничего хорошего из этого не выходит, к сожалению. Так, эти летучие мыши у нас полностью есть. Так, эти у меня тоже есть. Это хорошо. Так, вас уже даже больше, чем нужно. Отлично, отправляйтесь в половильню. Мы еще предвестников ужаса настроим. Не знаю, на кой они нужны, но вроде бы полезные. Ага, здесь у меня даже один есть, круто. Титана, может, еще успеем построить, но пока мы только это сделаем, господи, где? Увеличим приток. Вот, так. Лунное серебро есть, а рая пока нету, пищи 200 надо. Угу. Так что перед производством титана надо его сначала улучшить. Ой, я вас всех в плавильню, хотите сказать, отправил. Промахнулся, извиняюсь. Так. Начинаем строительство башен. Будем сейчас спускать раю. Вообще, я планирую вывести на железе. Вот тут у них можно производить убийц. Требует не так много железа. О, слушайте, некроманта я еще сделаю, потому что некромант, он же производит кучу всякой этой прибедения. Господи, как она. Ну, короче, призывают они кучу нежити, и она очень неплохо как бы это саппортит. То есть на нее там отвлекаются. Так, иди пока сюда. Я пока стараюсь вас всех тут сконцентрировать. Это кого там видно? А, это этого скелета. Забыл про него. Вот, так что я думаю, нужно потестить снова технику с башнями. Всех врагов в башне завести. Вот, чтобы вот здесь с ними в этом туннеле биться. Ну, в теории должно сканать. Но вот этой вот армии в 36 человек в прошлый раз не хватило. И они все там полегли. Но это опять же потому, что здесь, ну, что вот эти вот темнокрылые, эти чайки вот эти железноклювые. От них толку-то вообще, по сути, никакого. Весьма посредственные боевые идиоты. Да, да ладно! Во! О! О! Охренеть! Это вот... Я... Они что, запалили, хотите сказать? Никогда не поверю. Ну, это жесть, конечно. Во! Ну все, я не отобьюсь опять. Они вот, видите, начинают на меня нападать. Не дают мне даже достроить ничего.
Так, ну этого не построили, но они мне сейчас вот этих рабочих всех перебьют. Слушайте, нет, они все-таки все бегут, да, они все начинают наступать, к сожалению. Но этих мы не сможем отсюда спасти, им придется, видимо, пасть смертью храбрых, не знаю, ну, короче, принять все как есть. Так, вот некромант уже активно начал свою работу, умница вообще. Я был надеяться вывести на убийцах и на двух башнях. Что ты делаешь? Нет, нет. Ауру силы раздавай. Я попытаюсь сейчас кучу башен успеть настроить. Тремя оставшимися человеками, рабочими. Слушайте, они башни игнорируют, поэтому это как бы типа неплохо. То есть они вот подходят по чуть-чуть, убийцы там что-то делают, может у нас даже что-то вкатится всем этим. Ну они что-то, конечно, наступать начинают зачем-то. Так, ну это вся орда скелетов, больше нету. Это хорошие новости. Так, давайте-ка мы вас сюда пригласим. Для вас будет работа. Древесина 120. Так, эти-то у меня еще на конвейере. Блин, давайте не команда одного. Рыцари долго будут производиться, вот этих мы быстро можем штамповать. И самое главное, своего персонажа не просрать. Видно, что эти башни все-таки не дотягиваются. Один что-то подойдет, побьет. Хотя, может, он даже это разрушит, не знаю, не знаю. Так, Никоман, давай, призывай срочно на всю эту свою шелупинь. О, началось, отлично, они дотягиваются. Давайте еще одну. Это наш шанс отбиться от этого пиздеца, в который мы вляпались. Может, даже титаны сделаем? А, нет, мы Арая не накопим столько, к сожалению, при всем желании. Блин, вот мы тратим время вот на бесполезную битву, в которую мы, скорее всего, уже не выиграем. Даже, несмотря на то, что мы сейчас башен можем настроить, у нас воины уже заканчиваются. Вот так вот они, зараза, палят. Надо вот этой шелупине все наделать, может они там что-нибудь прикроют нас. Так, своего персонажа я уберу подальше. Стройте пока еще одну башню. Хотя бы за счет них мы отобьемся.
хоть они и подыхают, зараза, быстро, но лучше, чем ничего. Главное, держите просто их, чтобы они не зашли к нам, и все. Это атакует, вот это да, это атакует, отлично. Был не уверен, что он достает. Так, что у вас тут? Швырятели. Ага. Так, еще нужно камнеметатель один. Так, уровень нарисовался. Древесина закончилась, ладно. Лучше бы вы мумии вот этих воителей убивали, у них, блин. У них больше всего проблем, короче. Так, начинаем снова вот этих делать. Куда-нибудь спрячьтесь, не мешайтесь мне. А ты силу раздавай. А у силы больше от тебя ничего не требуется. Так что все-таки наличие вот этих стен нам сыграло какую-никакую роль. Хотя бы со второго раза я смог. Нет, 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 я передумал. Ну, ладно. Пусть будет. Надо хоть камень в оборот пустить так. Раз уж у нас много накопилось. Жалко Рая уже тратить. Опа, а здесь производство встало. Производство ж встало. Что ж происходит-то? Так, камнеметатель не атакует. Вот этот атакует, этот не атакует. Я бы рискнул, конечно, покачаться сейчас, развить своего персонажа немного. Блин. Надо следить за ходом битвы. Не отвлекаться по возможности. Ничем хорошим это не заканчивается обычно. Так, сила 92, стойкость 92. Ага. Так. Так, сделаем. Думаю, что я что-то новое могу использовать. Я пока изучаю инвентарь, тут что у меня произошло интересно. Ликвидатор. Со щитом его можно использовать, не считай. Который мог бы я использовать.
Да ладно, мы отбились, охереть. Вот это да. А, вот это поворот. Никогда бы не подумал. Ну, можно поздравить нас с этим. Фух, о, а мы Арая накопили нормально. Как минимум мы можем сделать вот так. И совсем скоро сможем сделать вот так. А пока, пока мы так не делаем. Так, серебро, Арая нет. Серебро, железо, да. Серебро, железо, да. А ты чё встал? Ну-ка сюда, говно, иди. Бля, их там еще до жопы, а. Я не знаю, есть ли смысл лечить всех этих темнокрылов. Я, наверное, вылечу вот этих парней только. Остальные-то все не очень нужны. Надо еще убийц наштамповать, и тогда уже можно будет дальше что-то делать. At my command. What? Надо сохраниться, а то это была все-таки сложная битва. Так. Так. Отразить контратаку, разбейте. Ну да, это было пиздец. Было мощно нас. Прям побили-побили, по-другому и не скажешь. О, все, титана делаем. Это изменит многое в плане сражения. Yes. Ну, пока ждем, я даже этих готов полечить немного. Ready. Пусть живут пташки. Давай, великого исцеления еще немного. We are dead. Let us not keep them waiting. What? Ну и ждем титанушку, титанушку мы ждем. Так, пищу давай. На тебе тоже пищу. Все отлично, отлично, отлично. Дополним еще этими курицами немного себе отряды. Сана, что ли, должна дойти? Интересно. Ну ладно. А, все. Yeah.
Так, все, лечение закончилось. Но мы еще 13 воинов можем произвести. Так что пока у нас возможность нападать весьма посредственная. Мы сохранимся и попробуем. Все-таки у нас численный перевес, как минимум, должен быть, наверное. Предвестник хаоса просто стоит такой и да, предвещает хаос машинным молотом. Ну блин, титана-то пропустите. Ё-моё, ну что же вы делаете, волки? Yes, forward. Ну мы так, может, и до конца дойдем с такой-то армией. Опа, это что там такое? Ну ничего себе, здравствуйте. Все, 50 набралось, что ли, уже? Идем дальше. Это уж давненько пора бы пройти эту карту, а то мы всему режем, повяжем ее никуда не сюда. Скелет со щитом. Мумия выродилась. Давайте-ка вы ее вот здесь, рядом с башней, встретите. Вам так попроще хоть будет. Подлечили. Там ребята принимают бой, пока не торопясь. Медленно, но верно, конечно. А, ну они уже все вот напризывали всей этой шелупини. Нет, не особо много. На карте кажется, что много. А чё вы-то отступили, алё? Давай.
посмотрите-ка на них, а что делают? Так, да блин. Свиток бесполезный. Класс. Вот то, чего мне сейчас не хватало явно. Так, вы отбились. Да, вы отбились. Еще видно, призывали там кого-то. Молодцы, хотя бы так. Нет, вот один хитрый скелет-фехтовальщик тут запрятался. What? If you say so. Чё, все, реально всего два их погибло? И всего один? Чи? Удивляете меня, признаюсь. Yes. Ну окей. Иди сюда, зараза. Они все продолжают наступать, не успокоятся. Так, надеюсь, что если я их подтяну сейчас сюда, то никого мы случайно не пропустим. Так, полностью укомплектуем нашу армию. Так, немного подлечились. Че, они меня стоят, игнорируют полностью. А ты откуда взялся? Псендва, ну ладно. Я совсем забыл, что они скелетов могут наделывать, а скелеты, они почему-то считаются отдельными юнитами, нежели там, я не знаю, те, кого они до этого призывали. Ну, типа вот этих призраков. Да блять. Попал. Ну ладно, мой персонаж первый бросился в бой. Вот это да. Крайне не свойственно для него. Пацанов подтягиваем. Вот этого пацана мы лечим. Чтобы он повеселее летел, да побыстрее. Так, надо сюда сходить, в этот переулок. Yes. Here. 72. Ахаха, вот это да-да-да. Ага, еще одна крепость, блин. Надеюсь, ее не надо будет как ненормальному защищать. Так, а эта дорога ведет нас к... Сюда она должна вести наверх, там где чувак стоит. Урия, просто понял, что ему не дадут подраться, и встал. Убийцу мне завалили, суки. Еще кого-то прибили. Птицу, наверное.
этот мой персонаж вообще где-то там в помпасах. Ага. Ну давай, иди один. Со скелетом уж 25 уровня, ты при своем 37 должен справиться. Пока они воюют, я пойду всякими делами заниматься. Тебе нельзя терять времени, этот портал ведет в одну из крепостей. Это даст тебе преимущество, поспеши. Для начала моя обязанность позаботиться о тебе. Ты не можешь помочь мне, тебе надо спешить. Эти твари... Они ушли, ты в безопасности, Дроу. Прими мою благодарность, даже если мне придется расплачиваться жизнью. Что ты имеешь в виду? Это мое дело. Вам, светлым, нельзя доверять. Ага. Угу. Пожалуйста, скажи мне, ты можешь мне доверять? Вы ничтожны, светлые. Посмотри на себя, ты способен только налезть и под халимство. Успокойся, я не желаю тебе зла, я предлагаю тебе помощь. Кому нужна помощь от жалкого бродяги вроде тебя? Собственный предсмертный крик доставит мне больше удовольствия, чем твое блеяние. Убирайся. Я спас тебя, а теперь ты меня оскорбляешь? Я не могу тебя оскорбить, светлое отродье. Для такого ничтожества любые слова темного эльфа будут похвалой. Я спас тебя, темный эльф. Твоя жизнь принадлежит мне, и я легко могу ее забрать прямо здесь и сейчас. О, да ты воин? Хорошо. Не тебе решать, хорош я или плох, бледнокожий, и прекрати говорить загадками. Я вижу, у тебя твердый характер. Послушай. Я несу плохие вести из страны темных эльфов. Наш народ убивает сам себя. Архонты обретают новую, неестественную силу. Она откуда-то из-за пределов этого мира. Но некоторые, в том числе и я, с тревогой смотрели на то, как она пожирает души темных эльфов. Наш народ погибает. Каста мастеров подняла восстание, но нас слишком мало. Единственное, что сейчас нужно темным эльфам, это сильный лидер, который объединит их. Вот почему я здесь. Я ищу последнего из настоящих мастеров, Крейга Ункалаха. Он должен вернуться домой и излечить наш народ от этой заразы. Но Безликий похитил его из Шаалдуна и держит в плену где-то на юге Ксу. Я ищу его, чтобы отдать ему символ темных эльфов, самую почитаемую реликвию нашего народа. Символ сделает его законным правителем Дроу. Если Безликий держит Крейга в джунглях, то у тебя ничего не получится. Один ты не сможешь туда добраться. Да, теперь я понимаю. Я слишком слаб. Мой брат нанес мне глубокие раны, и я не их не исцелить. Я не могу идти дальше. Угу. Я направляюсь на юг, а значит, попробую найти Крейга. Он мастер, а значит, по-настоящему могучий воин. Ты узнаешь его. Я знаю Крейга. Если он все еще жив, я найду его. Ты знаешь его? Тогда возьми символ темных эльфов и отдай его ему. Передай ему, что он должен возвращаться домой. Скажи ему, что он должен воспользоваться своим законным правом на власть и избавить страну от инородцев. А как же ты? Воин Рун, я уже покойник. Мои раны слишком глубоки. Лишь духа поддерживает во мне жизнь. Я умру здесь, но я не помолюсь за тебя. Но я помолюсь за тебя, Норо. Понятно. Прощай, Дроу. Прощай, да пребудет с тобой Нор. Постой, этот звук. Это они. Эти псы нашли меня. Готовься к драке. Сороковой. Так, я взываю к силе армии. Чё, как тебе такое? А-а-а-а, нормально, да? Такое ощущение, что он там не больше урон наносить. Какого чёрта?
уж испугался, думал, что происходит. Так, перед входом в портал надо сохраниться. О-о-о! Да ну тебя нафиг, ободранный герой, пошел в жопу. Сороковой, сука, уровень, ну еще что-то мне скажет. Рычаги. Что за нахер? Короче, нужно как-то свою армию сюда протащить. Ага, а у нее это все... Да подожди, нет. Они у меня все с бинда снялись. Зараза. Time for fight, if you say so. Ну, наверное, давайте на этом лучше закончим. По крепости бродить будем в следующий раз. Вот, потому что тут слишком что-то как-то все интеллектуально. Вот, так что всем до встречи и пока.